Всем привет! В этом видео разберем с вами песню Григория Лепса, которая поется Ани Лорак «Уходи по-английски» в оригинальной тональности FM, фа минор, будет модуляция в GM соль минор. Разберем вступление, куплет, припев, потом модуляция, куплет, припев, потом небольшой бридж. В конце я покажу вам бой к этой песне. Так, поехали, вступление. Аккорд FM. C. FM. C. Переходим к куплету. A, DS, M. Вот время уходить, собирать чемоданы. FM. A, DS, M. Вот и время не любить, быть плохим и пьяным. FM. C, DS. Вот и время оставлять, собирать и плакать. D, DS. C, D, S. Время уходить, время падать, D, D, S. C. Переходим к припеву. Уходи по-английски, FM, уходи беззвучно, C. Знаю, хуже не будет, но не будет и лучше, FM. Уходи, даже если, C, D, S. Ты захочешь остаться, A, D, S, M. Расстанет с тобою. C. И далее идет точно такая же последовательность. Вторая часть припева повторяется. Теперь играем такой вот проигрыш, и потом раз, и переходим в GM. Аккорд CM. Вот и время уходить, начинать все сначала. GM. CM. Вот и время выбирать спорты и причалы. GM. D, D, S. Вот и время заплатить слезами за радость. F. D, D, S. Время уходить, время падать. F, D, GM. Уходи по-английски. Это уже припев в модуляции. Уходи беззвучно, да знаю, хуже не будет, но не будет и лучше. GM. Уходи, даже если, да диез. Как C, только вот баре и третий лад. Если ты захочешь остаться, C, расстанет с тобой, D. Далее идет точно такой же повтор припева, и потом идет у нас бридж. Мне надоело бояться, что ты можешь, это DDS, что ты можешь уйти. C. Мне надоело бояться, что ты можешь уйти. DDS. Мне надоело бояться, что ты можешь уйти. Мне лучше жизнь потерять. F. Уходя, уходи. Мне надоело бояться. C. Мне надоело бояться. FDS. GM, D, GM, D. И потом мы уже переходим к припеву. Тональности GM. А какой здесь бой? Большим указательным по басовым струнам вниз. Приглушить. Еще раз также вниз. И вверх, вниз приглушить. Вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и получайте ссылки на новые видео. Пишите комментарии.